С вами проект «Атмосфера». Устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. На самом деле была очень тяжелая игра, потому что команда с хорошей самоотдачей, очень молодая перспективная команда. Ну и в принципе было тяжело, вот даже 3 гола мы забили, было очень тяжело. Блин! Ты че? У нас было много моментов, которые мы, к сожалению, не реализовали, вот, но будем работать, стараться. Так, я думаю, да, счет должен был быть больше. Но тяжело было, потому что они шли в контакт все время, в единоборство, то есть много фолов, там, если вы заметили, поэтому как бы было сложно. То есть просто так нам никто не давал играть. I'm so glad about it. You know, it's a great thing for a player to be able to play and get results and show the world what he or she can do. I'm so happy to be able to meet up to my expectation. I'm happy about it. Oh my god, first half was good, second half we wanted more goals, chances missed. I hope my coach don't kill us because we lost a lot of chances because we needed more goals, but we thank God for the victory and the goals that came first half. I'm glad. I wanted more goals, like more goals, but I know hopefully it will come gradually. I'm happy to register one today. I hope for more.